это «Угадай мелодию», и я ее ведущий Валдис Грес. Сегодня она будет музыкальная и посвящена всем дамам. Давайте начинать. Держи, у тебя будет вот такой миньон и вот такая вот колонка. Все, ты, в принципе, выиграл. Спасибо. Много мелодий знаете? Наверное, нет. Сразу так предостережили. Первая вот такая. Это что-то знакомое, знакомое. Это певец, все любят его. Стас Михайлов, «Все для тебя». «Все для тебя», совершенно верно. Да. А ты можешь просто сделать так. Тебя, моя океан и для тебя. Шикарно. Молодец. Так, следующая мелодия у нас вот такая. Девушки бывают разные. Совершенно верно. И какие? Красивые. И очень красивые. Пятые мошенники, да? Да, совершенно верно. Девушки бывают разные. Девушки бывают разные. Черные, белые, красные. Так, следующая мелодия у нас вот такая. Кого любит? Любите девушек. Нет. Нет, девушки. Любите девушки. Девушки. Вот не могу вспомнить. Я почему-то песню про Москву вспоминаю. Нет, нет, не она, нет, не она. Нет, нет, нет. Самый полный штиль и самый сильный ураган. О, даже такие... В синем море корабли. Шикарно, молодец. Это пожелание девушкам в выборе мужчины. Подсказывают, любите... Девушки простых романтиков. Да, 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 совершенно верно. Это вот эта песня. Любите девушки. Давай. Простых романтиков, отважных летчиков и моряков. И ну, последняя давай. Мелодия вот такая. Мне надо было здесь порезать ее чуть-чуть. Да, вот да, 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 да. Припевчик. Шнур. Шнур, правильно, это шнур, а песня? Только ты, рыба моя мечта. Совершенно верно, молодец. Вот она. Только ты, рыба моей мечты. А ты на ударниках. Только ты, рыба моей мечты. У тебя есть твоя рыба? Есть. Одна рыба. Вот для тебя специально он и поет. Только ты, рыба моей мечты. Слабый пол. Поздравляю вас всех с 7 марта. Счастья, здоровья. Женщины, будьте счастливы. Мы вас очень любим. Это был праздничный выпуск «Угадай мелодии». Милые дамы, любите и будьте любимыми.